Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я продолжаю высаживать демидово на ленивые грядки. И многие просят показать, как я это делаю. Потому что действительно, когда вот эти прорези крошечные, сложно представить, как туда можно посадить томат. Но я сейчас расскажу предысторию. В прошлом году эта грядка была перекопана, хорошо удобрена перегноем, черной землей, черноземом. И она, так как по ней никто не ходил, я же здесь ни прополку не делала, кроме меня вообще никто не ходит, то грунт остался довольно-таки таким, ну, неуплотненным. И когда я решила снять его, вот эту пленку, агроткань, и перекопать, мне посоветовали не трогать и сказали, что можно и так просто, ну как, распушить ту землю именно в лунке, если что добавить чего-то, ну чего нужно, и посадить еще раз, что еще один год может все прекрасно расти, потому что если снимать эту пленку, она может порваться. Она же почти как решето, но я так и сделала. Вот эти вот концы, которые у меня же так крестообразно, видите, вот здесь уже я посадила и закрыла, и кажется, что вообще там нет лунки. Для того, чтобы распушить землю, добавить что-то, я вот так вот делаю их, подгибаю на время. Все вот так глубоко-глубоко раз, ну как, взрыхливаю. Все. И туда размещаю стаканчик. Здесь я стаканчик высаживаю без заглубления, потому что здесь у нас нет грунта. Ну тут старая история, тут давно испокон века все люди складывали еще. Ну, предыдущие поколения. Это куча. Там, короче, была свалка. Там небольшой слой земли вот такой. Поэтому здесь заглубить я не могу. Я высаживаю так же, вот как он есть, так и высаживаю. Корневая хорошая, она сейчас расползется. Я его туда вставляю в стаканчик. Закрываю тем грунтом, какой есть. Так. Сверху добавляю перегной. И эти вот язычки снова укладываю на старое место. И получается в результате лунка мне здесь не нужна, потому что здесь будет капельный полив лентой идти. Получается, что она, помидор высажен, но почти открытого пространства нет. Это сохраняет влагу очень долго. И благодаря тому, что стаканчики у меня сильно увлажненные перед посадкой, я первое время сейчас после посадки опять поливать не буду. Это опять у меня ускоренная посадка. Очень жарко, мне надо сейчас с утра успеть посадить как можно больше. И потом я убегаю, потому что здесь очень жарко. У нас 25 градусов, а тут на черной ткани, на возвышенности. Вчера вообще была жара. Поэтому я делаю так. Мокрые стаканчики, грунт тоже влажный и без полива. Если взяться, вот хорошо, никуда не отвлекаться, не бегать к компьютеру, не ходить, не кормить, например, собаку, то можно посадить очень быстро. Процесс идет, стаканы подготовленные. Все. Все, потом еще смету веником вот эту остатки земли. Для того, чтобы здесь грязь потом не создавалась во время дождя. Все, и вот такие стройные ряды. Расстояние 30 сантиметров, потому что они уже размечены под низкорослые детерминантные сорта. На пачке у Демидова написано, что этот сорт позволяет выращивать себя загущенно. 6 растений на квадратный метр. Вот у меня именно так и сделаны дырки. На одном метре, вот если посчитать, вот один квадратный метр земли, как раз 6 растений. Все вместе здесь будет 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. 60 растений в одном ряду, 60 в другом. Вот на этом полотне 120 корней будет. Все, до свидания.